11 сентября 2019 года будет очень строгий день для многих предпринимателей, магазины которых расположены между озером и вокзалом, и между рекой Неглинкой и рекой Лососинкой. Дело в том, что 11 июня был выработан Петросоветом закон о вывесках, которые должны выглядеть надлежащим образом. Вот посмотрите на проспект Ленина. 90% магазинов не прислушались к этим замечаниям. И поэтому на них, возможно, будут наложены санкции. В утвержденных правилах строго прописаны нормы размещения вывесок на фасадах. Например, на фасадах не должно быть вывесок, расположенных вертикально. Это категорически запрещено. Вывески могут нести информативный ознакомительный характер, такие как время работы заведения, юридический адрес заведения, электронный адрес заведения. Вывеска не должна превышать в длину 15 метров, в высоту 0,5 метров. Если есть вывеска, вывеска должна располагаться строго над входом в организацию. Если есть вывеска, то размещение консоли не допускается. Если есть консоль, то не допускается размещение вывесок. Для понимания, консоль – это вывеска, расположенная вне здания и укрепленная на кронштейнах. Им дан переходный период в 3 месяца устранить эти нарушения. После 3 месяцев с этих юридических или физических лиц начнут взимать административные штрафы. В каком размере штрафы? Штрафы составляют порядка от 5 до 20 тысяч рублей. Если не будут устранены нарушения вовремя, будет наложен повторный штраф в двойном размере.